Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидеон, и мы продолжаем проходить Doom Eternal. Итак, мы остановились на том, что я двигался вперед в этом уровне, наполненном жижей мерзкой. И мы должны найти устройство, которое поможет нам добраться до остальных. А теперь у нас еще появились и падающие платформы. Нужно, в общем, выследить остальных жрецов. Без устройства сделать это не получится. Куда понесся-то вообще, я не понял. В жопку. Да блин, что-то он... Давай! Ой, да хорошо! Казнь моя. Ха-ха, давай! Вот так вот. О, боже мой. Прекрасно. Просто волшебно. Мочилово демонов, оно всегда, всегда в моде. Всегда актуально, я бы даже так сказал. Так, история стражей, часть третья. Давайте-ка попробуем быстро пробежаться по основному смыслу. Благодаря механизмам и чарам творцов, просветленный народ Аргента смог нести свое учение в самые дальние уголки небесной бездны. Наши боги даровали нам искусство полета. Как мы узнали, что существует не один враг, но великое множество врагов. Открылись нам миры и народы, прежде неведомые. Под стягом ночных стражей наше праведное войско сражалось за свободу всех народов. Освобожденные нами народы становились нашими союзниками и единоверцами. Наше войско росло. Пока сияющая флотилия Аргента путешествовала среди звезд, королю Рону явилась Кан-Созидательница и почувствовал король тревогу, снедающую богиню. Открыла она Роуну, что ей было послано видение о страшном изъяне в крови одного из народов Аргента. Испытанием священным обрядом можно было выделить его среди сильнейших воинов, ибо лишь в самых крепких и выносливых из нашего легиона мог крыться сей изъян. Ученые творцов создали для нас великий дар, божественный механизм, дабы очистить паству от всего скверного. Если неискоренимы нечестивцы, как сорную траву, то тернистым будет наш путь. Темного еще не было среди нас, ибо предначертано ему было явиться через много поколений. Лишь богиня-мать, наделенная зрением творцов и ясновидением, могла бы познать его. Ибо творцы были правдой, и лишь их незамутненным очам было дано увидеть несущего метку. Тогда было записано пророчество о нечестивце, но за много веков угроза перестала казаться угрозой, и теперь лишь сама Кан-Созидательница и высшие жрецы Ордена Диага все еще шепотом говорят о том, кто грядет, дабы отвратить нас от путей света. Такая вот иллюстрация. Представляете, вот в этом месте японский журналист, какой-то якобы журналист, который в свое время не мог пройти обучающий уровень в Cuphead. Я понимаю, Cuphead сложная игра, но черт возьми, чувак, ты не мог сделать вот так? Оу, щит. Так. Вот. Вот на это он потратил примерно 15 минут. Это было жестоко. Все угорали. Ах ты! Ну-ка! Оп! Кто это у нас тут? Кто покушал мину? Большой и толстый, как демон, покушал мину. Так. Блин, я его грохнул. Оп, пошелочка. Блин, опять я его грохнул, не успел. Так, а там я вроде... Да не, там вроде все. Хотя, погодите. У нас есть вниз путь, у нас есть наверх путь. Куда нам лучше-то идти? А, это одно и то же. Один хрен. Так. Давай наверх. Оп, оп. Наблюдаю рядом биополе предателя. Угу, биополе предателя, оно всегда такое палевное. Так, а что здесь? Я нашел секрет! Игрушка Кокодемон! Блин, у меня есть, кстати, свой Кокодемон, мягкая игрушечка. Спасибо Soft Club за то, что подарили.
Он очень клевый. Правда, он на шкафу лежит, поэтому не могу сейчас достать. Так, а как мне запустить? Вот как. Там повсюду артиллерия и датчики движения. Я велел оставить меня в покое. Мое место здесь. Спасая своих, ты не обретешь покоя. Это лишь сделает тяжелее бремя. Идешь против воли Созидательницы. Твоему народу пора искупить грехи. Так было и с моим. Услышь, палач, когда умолкнет его сердце, душа его обретет покой. Его и моя. Какой странный мужик. Ну ладно. Это кузня или... Что это? Может, это улучшение? Погодите-ка. А, нет, он открывал этот чемоданчик и достал оттуда, походу. Сверху. Ну, пойдем. Ух. А почему артиллерия направлена на него? Это как-то очень странно, я бы сказал. Ну, ладно. Блин, как же круто, черт возьми. Как же тут все круто! Кстати, что-то здесь точно должно быть. Нет, здесь нельзя атаковать. Поэтому... Не знаю, мне казалось, там... Может быть, какой-то где-то секрет. Но они по-любому где-то заныканы. Ладно, пойдемте. Так, предатель. Во, запись из архива Веги. После долгих лет борьбы с демонами, вторгнувшимся в их мир, командование Арген-де-Нур решило нанести ответный удар во множестве измерений и отправило лучших воинов в сердце преисподней. Несмотря на тщательную подготовку, благородная миссия закончилась крахом. Из-за предательства в высших эшелонах командования храбрейшие бойцы Арген-де-Нур оказались заперты и рассеяны по преисподней. Лишь один из последних ночных стражей остался там по собственному желанию. Командор Вален был тем, кто предал стражи, отдав ключи от святилища элементалей в обмен на возрождение сына. Шепот демонов постепенно сводил Валена с ума. Его одолевали видения, в которых он видел кошмарное существование своего сына. В миг слабости он купился на козни демонов и тем самым приговорил к гибели мира Арген-де-Нур, которому поклялся в вечном служении. За святотатство Вален сам приговорил себя к изгнанию в преисподнюю. Ух. А вот и он. А, это активировался теперь здесь прыжок, ясно. На случай, если я упаду. Сколько тут цепей. Ну ладно. Пошла, родимая. Опа! Расследуйте к отмеченной точке. Я готовлюсь забрать вас оттуда. О, нифига себе, там, блин, цепочечка крутится. Нормально. Ванап! Ага, дополнительная жизнь у нас. Кайф. Может, там где-то еще секреты, но я их не вижу. Так, хорош. Ух. Так. Ух, есть, долетел. Нормально.
Че, пошло месило? Пошло? Пошло! Пошло месилово. Один. Второй. Да вы через телепорт тут шарашите, что ли, а, уроды? Ух ты, ё... Фига себе. Так, подхилимся, малец. Ха! Готов. Кто у нас еще где? Ух ты, ёперный театр. Шпак! Подхил! Патроны! Это что такое? Это усиление! Кайф! Понеслась! Подхил! Демон! Мать твою! А у меня же нет патронов-то, ё! Ух! Ё-моё! О-о-о! Что? А почему у меня... А, телепорт! Ху-ху! Я ушел в телепорт! Я оперный театр! Распилить, тварь! Да. Ух. Минус. Где? Yes! Прорвались, правда, жизнь потратил. Открыто быстрое перемещение. А, типа конец уровня получается, что ли? Как-то я маловато получил бонусов. Просто быстрое перемещение открывается под конец левела. Окей. Ладно. Да, действительно, это был конец уровня. Ну что ж, хорошо. Продолжаем. Теперь небесный локатор сможет запеленговать остальных жрецов. Жрец преисподней сейчас в северном полушарии Земли. Я уже настраиваю портал. Значит, пойдем мочить. Чтобы снизить нагрузку на генераторы. Вы получите к ним доступ, как только восстановите энергоснабжение. Угу. А что сейчас открыто? Ладно, понятно, это закрыто. О, понятно. Батареи стражей. Вставляйте батареи стражей в разъемы в твердыне Рока, чтобы восстановить энергоснабжение и открыть новые помещения. Батареи стражей можно найти на заданиях или получить за прохождение всех испытаний на одном задании. Ладно. Поворачивать могу. И стражей растет. Восстанавливаю питание ядра и вспомогательных систем. Там пушка. Блин, или она еще не допечаталась, типа? Она еще не допечаталась, проклятие! Когда же?
Я вообще, ё-моё. Ладно, видимо, сюда мы придем попозже. Воу-воу-воу-воу-воу, ну-ка-ну-ка. Что там, что там? Твердыня Рока. Твердыня Рока, космическая станция стражей, служившая им операционной базой и штабом. Согласно результатам СР-датирования, она была построена при короле Данаке. Об этом же свидетельствует и спектральный анализ излучения, испускаемого разреженными батареями стражей, основными источниками питания для подсистем. Каменные и металлические конструкции, вне всякого сомнения, проектировали аргенты, но дизайн подсистем твердыни, навигационного компьютера, центрифуги для искусственной гравитации, аппаратуры жизнеобеспечения типичен для техники творцов, что указывает на сотрудничество двух народов в процессе разработки. Примечательно, что на станции отсутствует двигатель. За ненадобностью твердыня искажает пространство с помощью неизвестной технологии, расходующей энергию стражей. Судя по всему, творцы не строили огромную твердыню для себя, ее пропорции соответствуют анатомии аргента. Это позволяет предположить, что станция служила ночным стражем-флагманом. Сохранили свидетельства о том, что ночные стражи посещали множество обитаемых планет в своем секторе галактики. Об истинных размерах империи остается только догадываться. Вероятнее всего, твердыня лишь уцелевший осколок некогда великой флотилии. Че тут только нет, ребята? Может быть здесь... А, слушайте, здесь игрушечки. Ага. Прикольно. Какодемон. Игрушек просто дофигища, конечно. Много книг разных. Демонская ферма, мертвые демоны. Quake 3 арена, Quake. Блин, сколько всего. Прикольно. Журналы. Такие журнальчики. Трон. Думгайчика. О, пухи все наши здесь. Все пухи тут разложены. Точильный, блин, камень. Зачем тебе точильный камень? Демонология сегодня. Пицца, чипсари. Клево. Не, ну норм так они сделали, конечно, твердыню Рока. Пустяк. Здесь тоже что-то будет. А здесь? Воу. Блин. Ого. Сюда тоже надо какие-то питалки вставлять, и тогда я смогу вот этот костюмчик получить. Мощняво. Ох. Бедная Земля. Черт, я прямо в открытом космосе. Жесть. Поражает. Надо мне главное в бою еще, я вот все думаю, не забывать пользоваться огнеметом и гранатометом. Ладно, вроде пока осмотрели немножко. Так, а здесь что? Еще костюм. Блин, это же стандартный наш костюм, черт возьми. Олдовенький. Клево, тоже надо установить элементы, чтобы открылся. Так, а куда нам нужно-то? Подождите, 70 метров. Ага, вот сюда, наверное. Да-да-да. Класс. Прогулялись неплохо. Еще потом погуляем. Криограната. Ух ты, новая граната. Нажмите Ctrl или мышь 3, чтобы выстрелить криогранаты. Нажмите G, чтобы переключиться на осколочные. Взрыв временно замораживает пораженных им демонов. Используйте его в сочетании с другими видами оружия. Криогранаты медленно перезаряжаются со временем. Пусковая установка может метать ледяные бомбы. При попадании, а неплохо. Они поражают врагов замораживающим газом. Имейте в виду, переключаться между гранатами и ледяными бомбами придется вручную. Да, блин, не вопрос вообще. Так, ну что дальше? Пойдем, пойдем, пойдем. Пуха не допечаталась, нет? Подожди, 26 метров. Внизу. Может, пуха допечаталась, а? А? Как думаете?
Нет, надо куда-то еще ниже. О, нифига там! Ё-моё! Огромная территория. И такие, как... Это костюм вообще или нет? Что это? Рыцарь? Чё тут только нет, блин, ребята. Воу. Может, мы его починим и в нем погоняем? Представляете? Это будет просто нереально круто. Это будет мега зашкаливающе круто. Может быть, нужно две эти печати, чтобы его починить, так сказать. Блин, а если я туда спрыгну? Мне не терпится, конечно, узнать, что будет, если я просто туда спрыгну. Можно как наверх? Наверное, там лифт есть. А, нет, фиг тебе. Не получится. Ну ладно, пойдем. Наверное, только на лифте можно. А чё ты? Что с тобой? Чё-то лифт заглючил. Да-да-да, я хотел срезать путь. Просто сразу спрыгнуть. Ну чё, он все равно не получает урон от падений. Тюрьма для демонов. Покарайте демонов в тюрьме. Парваторий. Где их можно порвать, да? Прекрасно. Парваторий — это наше любимое место. Активировать. Угу. Может, это какая-то тренировочная зона? Тюрьма демонов. В тюрьме вы можете попрактиковаться в бою с демонами без боязни погибнуть или потратить боеприпасы и дополнительные жизни. По мере прохождения кампании вы будете сталкиваться с новыми врагами, которые могут стать вашими противниками на тренировке. Чтобы выйти, воспользуйтесь порталом. Угу. Ну и чё, повоевать просто? И давай повоюем. Почему бы и не повоевать, а? Хороший музон. Отличное месиво. Так. Блин, куски просто отлетают. Я, конечно, и раньше это замечал, но что-то сейчас прям узрел это более пристально. Так. Чё у меня патрон-то? Максимум, что ли? Так, бензак я взял. Как у меня горючки-то? Где горючка у кого? А, вон же, господи, три заряда, все, все путем. Что, прыжок, что ли, просто? Да. Да, да, все. Погнали дальше. Ну так, посетили. Когда допечатается пушка? Это ж... Это не БФГ там случаем печатается? Не, вроде нет. Больше на арбалет похоже. БФГ вроде побольше должна быть. BFG. Так. Нам вообще сюда. А еще такое. Сейчас получим какую-то... Кстати, здесь еще куча помещений каких-то. Ладно, давай посмотрим, что это. Очки претарианца. Очки претарианца тратятся на установку дополнительных модулей претарианской брони. Модули претарианской брони улучшают существующие способности или открывают новые. Это раздел «Досье бронекостюм». Здесь вы можете улучшить свои способности и открыть новые. Блин, еще что-то есть? Руководство по модулям претарианской брони. Выберите доступную категорию.
Это ж тут прям столько всего, мать моя женщина. Так, хорошо. Атлас палача. Ага, стоимость разная. Что я могу взять? Жизнеобеспечение. Изолирующий костюм получает меньше урона от токсичных и ядовитых жидкостей. В досье открываются все предметы, получаемые за прохождение. На карте обозначается местонахождение картографического поста. Ускорение на уступах и перекладинах. Ну, естественно, я возьму изолирующий костюм. Блин. Вы приобрели модуль для претарианской брони. Помимо этого, вы можете проверить прогресс улучшения кристалла стражей. Посмотрите значение своего здоровья, брони и боезапаса, а также дополнительные улучшения. Решите, как вы поступите со следующим кристаллом стражей. Ясно. Так, этих у меня сейчас ноль. Теперь мне надо что, бронекостюм выбрать или что? Показать кристаллы стражей. А, вот. Ну, понятно, тут, в общем, можно решить, что дальше. На самом деле, разницы никакой, смотрю на это или не смотрю, потому что все равно я это все увижу потом. Так, арсенал. Надо будет прокачать... Что там, что там, что-то? Не руны. А где я вот вкачиваю вот эти вот параметры? Блин, столько всяких прокачек, честно. Вон тут еще бонусы всякие есть, еженедельно. Очереди у подземного. Убейте трех арахнотронов с модификацией для стрельбы очередями. Понятно. Руны. Это не тут берется. Может, все-таки здесь крест? Нет, тут нужен кристалл стражей, чтобы что-то из этого изучить. В арсенале я просто оружие выбираю. А, подождите, сюда может? Сюда может это улучшение? Да, это улучшение же. Улучшение же! Улучшение же! Скорость при зарядке бомбы, липучки, магнетрон. Что там, может микроракет качнуть? Время при зарядке микроракет уменьшено. Время заряжания микроракет уменьшено. Убийство из тяжелой пушки увеличивает урон от микроракет на 30% на 5 секунд. Это убийство. Так-то. Бомбы, липучки, стрельба очередями. Возврат, переход. Скорость перемещения в режиме стрельбы очередями увеличен. Нет, давайте я сначала вот здесь вот прокачаю быстрый залп и получу мастера. А, мастера уже прокачивать за эти, что ли? Ладно, давайте приобретем. Посмотрим, что будет. А, за очки можно пропустить испытание мастерства и сразу же качнуться. Угу. А так уничтожьте 25 турелей арахнотрона с помощью бомб липучек. Ну ладно, понятно. Хорошо. Выпускает 5 бомб липучек до перезарядки модификации. А так у меня сколько? Я не считал. А, есть еще 2. 2 вот этих вот. 2 штучки. Скорость возврата из режима стрельбы очередями увеличена. Микроракеты. Время перезарядки. Во, давайте вот это качнем еще. Время перезарядки микроракет. Тут есть что-нибудь за единичку? Нет, нет. Ну все, там выходим. Какая монетка. Преклонил колено. Настройте телепорт для задания. А, вот сюда еще тоже. Вон их сколько здесь этих монет. И тут, блин, и там. И ся. О, тут улучшение. Надо будет запомнить. Будем вставлять сюда эти баки. Первым делом я... О, еще одно улучшение. Но я не знаю, где что, поэтому... Наугад. Так, давайте глянем, что вот здесь внизу. Я здесь еще не был. А, да, подождите, здесь же кристалл еще один есть, получается. И тут еще... тогда я это первым делом. Хотя они и так бесплатные будут попадаться на самом деле, так что я даже не знаю. Так, надо туда. Телепорт. Мы отправляемся снова на задание. Немножечко с твердыней Рока познакомились. А, так я все равно... Мне не сюда, что ли? Проклятие, да. Стрелка вверх указывает. Стрелка указывает вверх. Где тут подъем наверх-то? Блин, я заблужусь в этой твердыне. Нет, это выход отсюда. Хотя погодите.
Я выходил туда, сюда я выходил. Я, по-моему, сюда не выходил. Да, точно, тут что-то другое. Звуки такие сочные прям. А, тут еще какая-то броня, но она такая темная. Неизвестно даже толком, что это. Звезды. Красивые звезды. Жесть. Бедная земля. Так, подъем наверх. А, вот же лестница. Все, мы на месте. Погнали. Портал надо, ребят, всегда запрыгивать. Теперь небесный локатор сможет запеленговать остальных жрецов. Известно местоположение Деагаранака, командующего боевым подразделением ОАК, который возглавил демоническое вторжение на Землю. Он скрылся на базе сектантов где-то в арктической глуши. Проникните в здание и нейтрализуйте Ранака. Понеслась. Повелитель турелей, броневой дождь, тяга к кристаллам. Ну-ка, что тут есть? Соберите кристалл стражи и убейте четырех демонов одним залпом изрыгателя пламени. Уничтожьте турели Рахнатрона. Что дадут за них? Батарею стражей дадут? Ох ты, зараза. Ясно. Я не думаю, что я буду их всех выполнять. База сектантов. Сектанты под предводительством загадочного жреца преисподней Деагаранака базируются, или Ранак, я не знаю, базируются в исследовательском комплексе, спрятанном в глубине арктической тундры. Смотритель имеет над ними абсолютную власть. Посеяв смуту в их умах, он сыграл ключевую роль в восстании сектантов. Прежде чем отправиться на Землю во главе адского вторжения, Ранак какое-то время работал на Марсе вместе с Оливией Пирс. По информации... Да, что-то знакомое. Это из третьей части, наверное. По информации из секретного досье ОАК, Ранак уроженец Аргенднур. Прежде он состоял в ордене Диага. Иными словами, был священнослужителем народа Аргента. Теперь Ранак служит силам зла. Утверждает, что он лично знаком с палачом Рока. Сектанты под его началом – эффективное подспорье силам вторжения. База сектантов построена на руинах древнего города Аргента, и ее готическая архитектура – своего рода дань историческому прошлому. Однако архаичный фасад не должен вводить в заблуждение. За ним скрывается научно-исследовательский комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Судя по записям, найденным среди руин, орден Диага обнаружил Землю много тысяч лет назад. В те времена она была домом для грозных доисторических существ, которых Аргента назвали Агадонами за сходство с Агдионом, колоссальным чудовищем из мифов Аргент-Нур. Испытание во время задания. Испытание – это дополнительные проверки, которым себя можно подвергнуть во время прохождения уровня. Успешно пройдя одно испытание, вы получите жетон претарианской брони. Выполнив все испытания, вы получите батарею стражей. Откройте вкладку испытания в досье ТАП, чтобы оценить ваши успехи. Так. Вы мне надоели, уроды, а? Что такие резкие? Блин, мне не сюда. Так, стоп, а в какую сторону мне тогда? О, там секрет, нифига себе. Туда, что ли? Бум. Может быть, еще выше? А то что-то как-то, мне кажется, я не дотянусь. А может, и дотянусь, не знаю. Воу! Мощно. Мост, ничего себе.
А может быть и дотянусь. Кто знает. Ага. Тут еще красные какие-то штуки. Ащ. Они меня, блин, повреждают. Так, что у нас здесь? Ха-ха. Гаргулья. Маленькая милаха гаргулья. Опа, она чуть там. Бум. Ха, батя в здании. О, а это что такое? Бум, бомбочка. Нехило. Ты тварь. Ха-ха. Есть, отстрелил. Как вам бронька? Жрец преисподней где-то в этом здании. Определить точное местонахождение я пока не могу. Сколько броньки, а? Вон и выбивал. Вот тут на самом деле надо было делать, чтобы огнеметом убить сразу... сразу четверых. А где испытание-то? А, слушайте. Кажись, я... Да, я прошел. Одним залпом убейте четверых. Кайф. Уничтожьте турели Рахнатурна, соберите кристалл стражи. Ну, кристалл бы еще найти, на самом деле. Было бы отлично. Так. Может быть. Ничего не поменялось. Ну, ладно. Воу. Там ванап. Блин, а как мне его взять-то? Может, тут надо прыгнуть как-то так вот. Не, так это не работает. Так это точно не работает. Так, а что здесь? Ух. Ключ сектанта. Это мне типа ключ сектанта надо найти или что? Воу! Теперь с пухами какие-то стали, а я не понял. Что за фигня? Что за фигня? Но топорами мощно их срубило. Мне понравилось. Блин, как ванапчик-то получить, даже не знаю. А, это ящики. Что ездит туда-сюда? Туда попал, да вроде нет. Катается этот ящик и катается. Без понятия. Дверь не откроете, нет? Ну ладно. Прикольная кнопочка. Здравствуй, палач. Ты думаешь, мне конец? Посмотрим, выйдешь ли ты живым из этой проклятой цитадели. А, ну давай. Так, только я что-то здесь пройти-то не могу. Уперся в стену и все. Назад. О! Мать моя. Нифига себе вы даете. Блин, всю тяжелую пушку потратил на этих упырей. Палач прибыл. Альтернативно живому персоналу принять к сведению. Ха! Альтернативно живой персонал. А мне нравится. Неплохо. Минус. Просто минус. Ух ты, Манкубус! Демон-воитель, стреляющий на расстоянии, использующий огнемет в ближнем бою. Пушки на руках являются его слабым местом. Уничтожьте их, чтобы снизить урон от его снарядов.
и отключить огнеметы. Обратитесь к кодексу. Блин, манкубус. Хоп-хоп! Есть! Да. Красава. Блин, еще один! Черт возьми! Что там случилось-то? Манкубус! Спускайся, бичурус! Время распилить! Ух! Мощно. Прям запилил его куда-то. Сердечко. Так, а где еще-то урода? Все, что ли? А, нет. Погодите. И как я этот ключ достану? Вот зараза. Там же закрыто. Что-то тут... А, тут открыто, ясно. Монетка. Спасибо. Кипритарианца получено. Ой, блин. Ёпленый! Ну почему? Почему меня отправили телепортом? Ведь я уже зацепился. Вот там. Ха-ха! Очки претарианца получено. Хопа! Минку жри! Так. Готов. Очки оружейника получено, есть. Фух. Так, но это дальше, наверное, погодите. Ладно, вроде ничего нету. Тут что? Ага. Есть. У меня вопрос, а что там? Это вдруг там ништяки какие-то, а я не увидел. Зачем-то же это все нужно? Может, там проход какой-то есть? Там нету. Блин, странно. Ладно. У меня вопрос в другом. Зачем сюда? Найден секрет, вот зачем сюда. Так, в какую сторону? А, это путь к ванапчику. Да, есть. Так, стоп. Черепа появились. Значит, кто-то стреляет. Потерянная душа. Да, почитаем. Выстрел с дробовика отправит этого демона в полет и через несколько секунд приведет к взрыву. Уязвимость криогранаты. Взрыв криогранаты немедленно уничтожает потерянную душу. Давайте еще прочитаем про тех, кого не читал. Манкубус. Уничтожьте пушки на руках, чтобы вывести из строя огнемет и ослабить другие атаки. А зверское убийство ударом в грудь приведет к взрыву, который изранит находящихся рядом демонов. Неплохо, неплохо. Ну, еще вроде... А, не, подождите. А вот эти вот стреляющие бичары. Слабое место манкубус. Испытание во время задания. Ну, вроде все.
Поди ему, блин, в эти ракеты еще. Ни одну не взорвал, просто надамажил. Так. Готово, все. А боеприпасиков-то и правда мало. Энергетические щиты. С помощью плазменного ружья можно быстро уничтожать энергетические щиты врагов, которые после этого получат дополнительный урон от взрыва. Ясно. Чёрт. А это было неплохо. Пойду за хелочку схожу. Там где-то целая упаковка была. Если я ее еще не забрал раньше. Блин, я ее походу реально собрал. Ну ладно, пойдем без хипулинок. Правда, сдохну я, наверное. Если так. Пошляюсь еще какое-то время. Здоровье-то критическое. А вон аптека. Ё-моё. Во, хорош. Сейчас тут что-то будет. Ой. Ой-ой-ой. Можешь дальше идти. А, точно. Твою ж налево. Блин. А что в итоге-то? Зачем я это делал? Сейчас. Прыжок какой-то. Чёрт, ну ты чё? Блин. Думгай, ты меня прямо огорчаешь порой. Блин, там наверху открывается эта зараза. Так, ясно. Вот. Прям капец. Ух ты, новый ствол. Ракетомет. Так, ну это я карту открыл. Ууу, сочненький какой. Хорош, просто в мясо, конечно. Так. На какой у нас там ракетомет-то? Черт! Манкубу! Блин, гребаный ты манкубус, мать твою! Здоровье критическое. О, аптека есть. Фух. А, боеприпасов-то нету. Так, что, закрыт, что ли? Ясно. Ух, ё-моё. Да ёперный театр, чё так жёстко-то? Ух. Мать моя женщина. В смысле нет цели? Пилу! Как? Блин. Патронов тоже нету ни хрена. Ё-моё. Все ванапы потратил просто. Жесть. Патроны улетают на раз вообще.
Какую кнопку у меня еще ракетомет? А, на четверку. Блин, запомнить бы. Запомним со временем. Патронов-то нет ни хрена. Так, покинуть базу сектантов. Но это же не финальное сражение было, нет, конечно. Даже близко не похоже на него. Че, и все? Все патроны? Ё-моё, маловато. Подождите, а что у нас тут-то? Блин, не. Погоди. Я хочу вон туда, наверх запрыгнуть. Это возможно? Так. Не, там как-то... Блин, еще хрен зацепишься. Вот туда, на самый верх забраться. Там, походу, что-то крутое. Вон, на той платформе. Это нужно... Не знаю я, без понятия. Ладно, пойдем. Не, стоп. Я вперед паровоза бегу. Понятно. Так. Опа! Ну давай! Выбираем руну. Сейчас, еще одну, наконец-то. Фух, так. Это у нас будет что? Враги дольше пребывают в оглушенном состоянии. Выполняйте зверские убийства быстрее. Зверское большее расстояние. Ускоряясь после зверского убийства. Управляемость в полете. Зажмите мышь 2 в воздухе, чтобы ненадолго замедлить ход времени. Когда заряд руны полностью иссякнет, вам придется ждать перезарядки. Убийство с помощью снаряжения и убийство врагов, находящихся под действием снаряжения, ускоряет перезарядку. Враги, убитые ударной волной, оставляют здоровье. Я хочу, наверное, слоумо все-таки сделать. Ускорение, конечно, круто после зверского убийства. Хотя нет, давайте я ускорение возьму. Мне кажется, это мощно. Это круто. Жажда крови. Ух. Ну что ж, друзья, зарядились. Зарядились. И куда нам нужно двигаться-то дальше? Пока что я не знаю, куда нам нужно двигаться дальше, но куда-то, видимо... А, нужно было прыгнуть сюда, потом сюда и, в общем, забраться наверх. Продолжим мы уже в следующей серии мочить наших прекрасных, ужасных демонюк. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.